Москва, 14 апреля 1984 года. Открывается 14-й чемпионат Европы по настольному теннису. 25 стран прислали своих участников в Москву. Одни полны решимости бороться за награды, другие намерены доказать, что они не хуже. Последний раз в Москве чемпионат Европы состоялся в 1970 году. У советских спортсменов связаны с ним приятные воспоминания. 4 золотые медали. Тогда героиней чемпионата стала Зоя Руднова. Как будет на этот раз? Что вообще покажет европейский настольный теннис? Динамичный, красивый, зрелищный, но, к сожалению, уступающий пока лучшим представителям азиатской школы. Когда будет преодолено хроническое отставание? Может быть, 14-й чемпионат Европы даст ответ на эти вопросы? Чемпионат стартовал. За медали спорили по 12 сильнейших представителей, как у женщин, так и у мужчин, команды категории А. Формула традиционна. Две подгруппы по 6 команд. Только по 2 сильнейшие из каждой смогут продолжить спор за медали. Интересный это день, начало. Пока что все равны, все полны надежд. Мы еще не знаем, что для фаворита чемпионата шведа Вальднера золото так и не засверкает, а престиж Швеции спасет Ульф Бенгтсон, который шагнет из запасных на высшую ступень пьедестала почета. Мы еще не знаем, что некогда сильная мужская сборная Венгрии не пробьется в полуфинал, а победят французы, ведомые неувядающим Секретеном. Мы еще не знаем, какая большая радость ожидает Андрея Мазунова и какое разочарование Анжея Груббу, дважды бывшего в шаге от золота, но не сумевшего сделать этот шаг. Отдыхает Иштван Йонар. Годы дают о себе знать. Вряд ли с ним согласен Драгутин Шурбек, не раз доказывавший, что возраст игре не помеха. Раздает автографы Валентина Попова, она фаворит. Но что скажут соперницы и, прежде всего, подруга по команде Флюра Булатова? В тот день, 14 апреля, никто ничего не знал. Все должна была решить игра в самый маленький мячик. Скоротечные игры в подгруппах. Если после первого проигрыша еще можно добиться успеха, то второе поражение практически лишает команду всех надежд. В мужской подгруппе «Б», где выступала сборная команда СССР, первая сенсация. Наши побеждают сильную команду Чехословакии. Сборная СССР и дальше боролась достойно. Она не попала в полуфинал, чуть-чуть не хватило, но команда предстала на чемпионате как боеспособный коллектив, которому по силам на равных сражаться с сильнейшими соперниками. Теннисисты Чехословакии больше не проигрывали. Они полуфинале. Другим полуфиналистом стала сборная Польши. В подгруппе А, даже выступая без своего лидера, травмированного Аппельгрена, уверенно победила сборная Швеции. Сюрпризом явилось лишь третье место венгров, а вторым полуфиналистом стала сборная команда Франции. Полуфиналы. Швеция, Польша. Шведы считаются фаворитами, у них более ровный состав, тогда как у поляков лидер, Грубба, настолько же превосходит вторую ракетку Кухарского, насколько сам Кухарский Дрышеля, третьего номера команды. На соседнем столе, в другом полуфинале,
французы встречаются со сборной Чехословакии. Современный теннис демонстрирует грубо с Линдом. У французов первая победа. Берошу побеждает Панского. Не остаются в долгу и поляки. Грубо выигрывает у Линда. Вторая игра в матче Франции и Чехословакии. Рамберсе Брода. Она еще продолжается, а Вальднер уже побеждает Дрышеля и восстанавливает равновесие в счете. Делают еще один шаг к финалу французы. Ранверсе побеждает Броду. А на соседнем столе завязывается интересная борьба между Бенгтсоном и Кухарским. У Жака Секретена ответственная задача – закрепить успех французской сборной, пока чаша весов колеблется. Лешек Кухарский, играя буквально на пределе возможностей, выводит поляков вперед. Нелегко Секретены. Финал близок, но для этого нужна победа. Нужно перехитрить соперника. В первом полуфинале многое решается во встрече лидеров Груббе и Вальднера. Французы близки к успеху. Секретен уверенно ведет игру. Отвлечемся на время от увлекательной борьбы. Посмотрим на примере сборной Швеции, с каким тактическим багажом пришли команды к финалу. Есть неписанное правило. В играх с соперниками, уступающими тебе в классе, нужно побеждать с минимальными затратами сил. Именно так действовал Линд во встречах с англичанами Прином и Сэндли. Вальднер не может долго придерживаться такой тактики. Она кажется ему скучной. Он отходит от стола, завязывает сложную игру, заставляя соперника ошибаться. Но против Клампа, спортсмена более высокого класса, такая игра чревата неприятностями. Венгры уверенно чувствуют себя в подобных ситуациях. Очень красиво для неискушенного зрителя играли Карлсон, Швеция, и Дуглас, Англия. Но эту игру не назовешь современной. Старая гвардия венгерской сборной. Для Йонера нет секретов ни в сложных вращениях, ни в разнообразных ударах. Но вот его тактика, обратите внимание, практически после каждого приема мяча Йонер отступает, а швед стремится вперед. Отступает и с каждым шагом назад отдает инициативу. Игра в расчете на ошибку соперника. Но ведь соперник не ошибается. Вернемся к поединку Груббе с Вальднером. В тактическом плане они демонстрируют самый современный настольный теннис. Это борьба за время, борьба за инициативу. Атакует грубо. Вальднер вынужден отступить. Но при первом же удобном случае он идет вперед, перехватывает инициативу.
красивая, современная игра. Неудержимый напор группы, поддержанный страстной борьбой его товарищей по команде, перевесил класс шведов. Польская сборная побеждает недавнего фаворита и выходит в финал. Вторым финалистом становится команда Франции. Французы довели дело до победного конца. Наступил день финалов. У женщин, как и ожидалось, без осложнений дошла до финала сборная СССР. Ее соперник – команда Югославии. Попова встречается с Перкучино. Класс Валентины, несомненно, выше. Она приносит советской сборной первую победу. Более упорная борьба завязывается во встрече Антонян-Батин. Но Рене, мобилизуя волю, побеждает. До победы в матче один шаг. Надо выиграть парную встречу. Как долго тянется время. И вот он, миг победы. Наши девушки вернули себе звание чемпионов Европы, уверенно доказав, что им нет равных на континенте. Валентина Попова завоевала свою первую золотую медаль. Всего их будет 4, но это потом. А пока... Пока мужской финал. Цветами какого флага засверкают хрустальные грани приза, французского или польского? Многое прояснит встреча лидеров, Секретена и группы. Интересно, что команды-финалисты вместе проводили сбор перед чемпионатом Европы. И кто-то тогда сказал, хорошо бы встретиться в финале. Что же, в каждой шутке есть доля правды. Особенно, если в расчет идут мастерство и воля к победе. Вернемся к игре. Группа настроен решительно. Его удары, особенно справа, мощны и часто достигают цели. Его тактика более рациональна. Он не дает Секретену завязать хитроумную контратакующую игру. С каждой своей атакой он все более оттесняет соперника от стола, лишая шансов на успех. Секретен набирал очки, когда сам шел вперед, не отдавал инициативу.
Но это были лишь эпизоды. Такая игра не свойственна секретену. Французский мастер не готов так играть постоянно, ни психологически, ни физически. Отступая от стола, контратакуя из средней и дальней зоны, он почти всегда обрекал себя на проигрыш мяча, ведь соперником был Грубо, один из сильнейших мастеров европейского настольного тенниса. Кухарский, побеждая Ранверсе, закрепляет стартовый успех польской сборной. Это был упорный поединок. Кухарский игрок достаточно высокого класса, но он крайне неуравновешен, нестабилен, особенно в острых, решающих ситуациях. В этой борьбе нервов Кухарский все же смог победить. Счет стал 2-0. Европейское золото засверкало для поляков. Засверкало и погасло после счета 3-2. Очки будут набирать только французы. Почему? Мы уже говорили о преимуществах наступательной тактики. Оно несомненно, но при одном условии. Если ты создаешь моменты для решающей атаки, то их нужно использовать на все 100%, а не разбазаривать, как Кухарский во встрече с секретеном. Завершился финальный матч, и полетела во все редакции мира весть. Новый чемпион Европы по настольному теннису – сборная Франции. Польским теннисистам, и прежде всего Груббе, предстояло реабилитировать себя в личных соревнованиях. И вот личный турнир. Если первый круг не принес неожиданных результатов, то уже во втором выбывает секретен, в третьем – Вальднер, проигравший Дворжичеку, а тот, в свою очередь, уступает Шурбеку. Выбывают финалисты командного первенства Кухарский, Берошу, сильные мастера из Чехословакии и Венгрии. В то же время уверенно пробиваются к финалу Линд, Бенгтсон, Грубо и, что неожиданно, Андрей Мазунов. В упорной борьбе он последовательно обыгрывает Хюгинга из Ферге, шведа Акессона, югослава Калинича и выходит в полуфинал. Сначала золотые медали разыграли смешанные пары. Здесь не было равных Поповой и Секретену. Для Секретена это была вторая золотая медаль, которая подвела итог его выступлению на чемпионате. А Валентина продолжала восхождение ко всему золоту Европы. В полуфинале женского турнира она встретилась с венгеркой Сабо. Встретилась и победила, как всегда, спокойно и уверенно. В другом полуфинале сложная борьба завязалась между Флюрой Булатовой и одной из сильнейших спортсменок континента Марией Граховой из Чехословакии. Победила Булатова. Женский финал стал внутренним делом советских спортсменок. В это время упорно сражались за выход в финал мужского турнира Мазунов и Бенгтсон. Многие считали, что Мазунову повезло с жеребьевкой. Что же ведь везет сильным? Мазунов проявил волю, характер и мастерство. Совсем немного не хватило ему до выхода в финал. Но одно то, что он на равных сражался с будущим чемпионом Европы, показывает, что в сборной СССР появился достойный лидер. Остановимся подробнее на другом полуфинале, где играли Шурбек и Грубо. За этим столом встретились яркие представители вчерашнего и сегодняшнего поколений настольного тенниса.
Последите за игрой Шурбика. Удар, шаг назад. Удар, шаг назад. Шурбик предпочитает играть по опускающемуся мячу, проигрывая как во времени, так и в инициативе. С такой тактикой можно выиграть отдельные встречи, но практически невозможно победить лучших современных мастеров ракетки. Шурбик проиграл. Но отличным утешением ему стало золото, завоеванное в паре с Калиничем. Шурбик еще раз доказал, что он обладает исключительными для парного игрока качествами. Время финалов. В изнуряющей вязкой игре Попова побеждает Булатова. Соперницы досконально изучили манеру игры друг друга. В первой партии защита Булатовой оказалась надежнее атаки Попова. И тогда Валентина изменила тактику, изменила своей игре во имя победы. Кто знает, чего ей это стоило. Четыре золотые медали, а еще одну она завоевала в паре с Антонян, это настоящий спортивный подвиг. Браво, Валентина! Мужской финал имел свой подтекст. Дело в том, что в командных поединках Грубо довольно легко обыграл своего соперника. Но теперь Бенгтсон предстал совсем другим. Его уверенность в собственных силах росла от матча к матчу. Теперь игра идет на равных. Инициативу не собирается уступать никто. Трудно Груббе. Он фаворит, от него ждут победы, и он борется за нее. Никто не знает, как он устал. Никто не предполагает, что и у железного Груббе могут сдать нервы. Напряжение достигает апогея. Посмотрите на счет пятой решающей партии. И тут долго еще будет помнить польский спортсмен эти две ошибки, перечеркнувшие его надежду на золото. Бенгтсон победитель. Он еще раз доказал, что крепкий характер – немаловажная слагаемая победа. Чемпионат Европы завершен. Мы вместе пережили радость, победы, горечь поражений. Но продолжается наш фильм. Настало время проанализировать, что дал 14-й чемпионат Европы настольному теннису, какие наметил пути развития нашей любимой игры. Первая тенденция – усложнение подач. И прежде всего их скрытность. Мяч подбрасывается высоко, но момент контакта закрывается от соперника корпусом или локтем. Помимо сложного вращения, у современной подачи часто есть так называемый хвост, имитация другого движения. Последим за Линдом. Подачи одного типа, а имитационные движения разные. Посмотрим сзади. Подача резаная, плоская, резаная с имитацией наката, плоская с имитацией наката,
Все они внешне очень схожи. Теперь подача слева. Резаная. Резаная с боковым вращением. Более плоская. Плоская. Боковая верхняя. Еще более сложной подачи Вальднера. Обратите внимание, для усиления вращения он перехватывает ракетку, держит ее почти пером. Вальднер выполняет при подаче сложные имитационные действия. Даже с помощью специальной съемки трудно определить характер вращения. Такой опытный игрок, как Клампор, предпочитает просто откидывать подобные мячи. Такие подачи эффективны в сериях. Как же определить вращение мяча при подачах, когда трудно уловить, является ли движение подающего имитацией? Вот две парные подачи Йонера. Одна с нижним вращением, другая с верхним боковым. Сравним эти две подачи, одинаковые по мелодии звучания. В первом случае, когда вращение нижнее, мяч на стороне принимающего замедляет свое движение. Во втором, вращение верхнее. Движение мяча ускоряется. Знание этого поможет при приеме подачи. Итак, при замедлении движения мяча на стороне принимающего, подача производилась с нижним вращением. А при ускорении с верхним. Подачи грубы не отличаются сложными вращениями, но не очень коротки. Это так называемые профилактические подачи против активных действий соперника. После них очень трудно начать атаку. Принимать такие очень короткие подачи нужно также коротко. Следующие тенденции развития европейского настольного тенниса. Применению в игре прямой или сокрушающей атаки. Если раньше она была прерогативой китайских мастеров,
то сейчас ее секретами успешно овладели и европейцы. Чаще всего прямая атака без подготовительных действий эффективно применяется после собственной сложной подачи. Трудно, но возможно применять прямую атаку из подачи соперника. Часто так атаковал Вальднер. В современной игре важное значение приобретают правильные передвижения. До удара надо занять оптимальное исходное положение. Для этого необходимо постоянно перемещаться у стола. Любые ответные движения начинаются, как правило, с ног. Они должны опережать руки. Последим за грубой. Он опаздывает с перемещением. Мяч проигран. Бенгтсон атакует через правый угол. Грубо не успевает занять правильную позицию, и хотя мяч возвращается на стол, очко проиграно. Теперь грубо успел, мяч выигран. Чем дальше от стола играет теннисист, тем больше объем работы приходится ему выполнять. Линд, играющий у стола, все время успевает занять оптимальную позицию. Последим за Вальднером. Внешне он медлителен, но все время находится в движении, постоянно работают ноги. Вальднер избегает скрестных шагов. Такое передвижение наиболее рационально. В области тактики, как уже говорилось, восторжествовали тенденции наступательные. Борьба за время, за инициативу, за позицию в ближней зоне. Кто отступает от стола, тот отдает инициативу и в конечном счете проигрывает. Любое послабление, любой неиспользованный шанс для завершающего удара ведет к потере инициативы. Только вперед! Типичный для европейцев недостаток, более слабая игра слева, ведет к другому, игре в левом углу. Парадокс. Хватка европейская, а большинство играет как будто пером. В связи с этим важное значение приобретает атака через правый угол, успешно применявшаяся ведущими спортсменами. Именно так часто атаковал Клампер в поединке с Вальднером. Вальднер сместился в левый угол, следует молниеносная атака через правый. Сейчас Вальднер в правильной позиции, и все равно атака через правый угол эффективна.
Парная игра совсем иная, нежели одиночная. Здесь многое зависит от комплектования дуэтов. Все сильнейшие пары на чемпионате, как правило, комплектовались по принципу левша-правша. Такой состав пары позволяет при передвижениях избежать пересечения, то есть не создавать дополнительных неудобств партнеру. Обратите внимание на то, как передвигаются Шурбек Калинич и Карлсон Бенгтсон. Ни одного пересечения. Если же пересечение неизбежно, то передвижение должно производиться не перед партнером, как сейчас, а сзади него, как в данном случае. В паре Шурбек-Калинич хватка пером последнего позволяла за счет тычков и подставок ломать темп, убыстрять игру. Финал мужского парного турнира. Шурбек-Калинич, Вальднер-Линд. После такого передвижения Шурбек был готов к приему мяча, а после такого нет. Нужно постоянно облегчать условия партнеру. Для этого надо стремиться играть по прямым, избегать неудобной для партнера диагонали. Сейчас Линд послал мяч по диагонали, неудобной для Вальднера. Очко проиграно. Не принял мяч Шурбек, а виноват Калинич. И Шурбек не остается в долгу, это он уложил партнера на пол. Тактика парных игр, передвижений требует особого разговора. Здесь речь шла только о главном. Но дал ли нам 14-й чемпионат Европы спортсмена, способного уже сейчас на равных бороться с ведущими представителями азиатской школы настольного тенниса? Пока такого игрока мы не увидели. А если попытаться его сконструировать? Если соединить подачу Вальднера? Удар слева Мазунова, а справа Груббе. Добавить к ним перемещение Линда. Тактическую мудрость Секретена, характер, умение бороться за инициативу Бенгтсона, то вполне может получиться игрок, которого мы ждем. И мы верим, что европейский настольный теннис на пути дальнейшего совершенствования не потеряет своего лица, сохранит красоту, которая привлекает на трибуны многочисленных зрителей, поклонников этой увлекательной игры.